Ребят, всем добрый вечер, кто присоединится сейчас на стриме, также всем доброго времени суток, кто посмотрит когда-нибудь это в записи. Я приветствую вас, бродяги, с вами киберкотлет Микл Пи. Ой, Катана Зиру, до которой, как мне уже сказали, досталось буквально... Три уровня пройти нужно, чтобы закончить Катану, и я не могу это сделать, я просто... Всякие инди-платформеры хардкорные, это явно не для меня. Даже 4. Замечательно. Не 3, а 4. Денис Подрезов, Арина, ребятки, добрый вечер вам. Спасибо, что пришли на стрим. Добро пожаловать с возвращенцем вас. Всем, кто приходит, ребятки, всем привет. О, надо добивать как-то эту чертову катану. И, боже мой, я, честно говоря, не припомню игр, которые из меня высасывали вот так вот все жизненные соки, как эта игра, потому что она так изматывает, это уже. Охренеть, где твои волосы, Лу? Ну, ребят, вы сейчас ради волос меня ждали, смотрите. Хекси, добрый тебе вечер. Миш, спасибо, что пришел на стрим, добро пожаловать. С возвращенцем тебя. Опять чертов стокгольмский сервак не дает мне смену качества. Опять он нагружен. Я бы, конечно, перезапустил, но не знаю. Кто заказал катану? Паша. Паша заказал игру эту. Как дела у тебя, Миш? Кстати, рассказывай. Привет, ёжик. Ксюш, добрый тебе вечер. Спасибо, что пришла на стрим. Добро пожаловать. Возвращайся мне. Ребят, всем привет, кто подходит. Видите, когда будешь на 6-м, спрыгни ниже его. А, что, можно будет скипнуть этого дробовика, да? Все-таки. Так. На телефонах все работает, все отлично. Как дела? Да дела хорошо, я намерен сегодня пройти все-таки эту чертовую игру, но я даже не знаю. У меня на тебя саб на 2 бакса дороже. В смысле на 2 бакса дороже? Макс, добрый тебе вечерок, спасибо, что пришел на стрим, добро пожаловать с возвращенцем тебя. Сабка же, погоди. Сабка. Сабка ведь стоит $5. Даже на Кипре. Ну и в чем проблема? Как это может она у тебя быть на 2 бакса дороже? 7, что ли? Там как бы есть 3 вида сапки. Обычная за $5, увеличенная за 10 и за 25. Ну, естественно, конечно, за 5 хочешь сабаться, если хочешь, кстати, значок, как у Хекси. Вот, то есть, какой у меня значок, это только начиная с 11 саба будут такие значки у людей. А вот у тебя, если ты захочешь засабаться, будет вот такая вот, как у Хекси 3 семерочки. Хорошо все у меня, как у тебя. Да вот, ждем, когда коронавирус отступит. У нас же все это. Оставайся дома, все дела. Ну, я думаю, в остальной Европе все точно так же. Я же за это. Тут 5 евро, евро дороже. Ну, я понимаю. Ну, я тебе не заставляю. Ты же, типа, спрашивал насчет сапки. Вот я тебе и ответил. Так что думай. Можешь, в принципе, просто подождать, когда цены спадут, и тогда сможешь купить. В смысле, у тебя реально цены по евро? Ведь я опять голос сорвал из вчерашнего урока про коронавирус. Да вроде не знаю. Я думаю сабнуться, но не факт. Ну хорошо, думаю, во всяком случае. Я сегодня буду 2 стрима. По идее, первый стрим это... Я должен сегодня добить катану. И сразу после катаны я перезапускаю. Возможно, дадут качество. Я буду какую-нибудь киношку смотреть или мультик. Так что время конкретно сегодня у тебя есть. Я тоже слышал, что в России началось. Ну, у нас не сказать, что прям очень сильно началось, но у нас, да, уже где-то, по-моему, под 1000 зараженных, потому что вчера было, по-моему, 600 с чем-то, 650 вроде бы. В общем, как-то так. Ладненько, ребятки. Давайте-ка... Все, я перехожу непосредственно. Пойдемте-ка играть катану уже. Вот, хочу катану. Нужно добить уже эту чертову игру. Поэтому запускаю, переключаю, захватываю. И погнали, ребятки. Если что, по мне, этажи легче мини-игр. Ну, я понимаю, Арин, ну, каждому свое. Но, опять же, я повторюсь, что... Для меня реально было сложно. Это так, а почему у меня в маленьком окошке? О, все нормально.
Отлично, так. И что, у вас еще есть туалетная бумага? Ну, я неделю назад ходил, у нас туалетная бумага есть. Я вроде вчера тоже ходил. У нас нету никакого ажиотажа. Это может быть в Питере, в Москве. Всякие паникеры устраивают всякую подобную хрень. Но у нас конкретно там, где я живу, все нормально. Никакой паники нет, и никто ничего не раскупает. Играем на хардкор, на рекорд. Нахрена? Арина, ты что у нас, любительница анальной боли или что? У меня, чтобы выйти из дома, нужно кинуть смс на один номер. Ты серьезно? Это на Кипре, типа, такая система работает? Россия болеет, но для Италии собираем миллионы на помощь. Угу. Своей собственной стране никак помочь уже не можем, сколько веков. А другим всем помогают, господи. Короче, понял. Ну, в принципе, Кипр маленькая страна, все, там должна работать эта система. Так, статуэтку надо приберечь, говорите, да? Ну, попробуем. Посмотрим, как это нужно статуэтку приберечь-то. Но вот до третьего что-то не доходит. Угу, хрень. Она как Москва. Ну, да, я слышал, типа, что Кипр маленький. Плюс еще у нас на две части разделен. Одна, типа, вообще бандитская, а другая... Ай, сука! Я не хотел спрыгивать вниз, зараза. Напоминаю слоумо на каждом этаже. Понял, попробуем. Попробуем. А, кстати, что-то я на Ctrl стал нажимать, а не на Shift. Сейчас. Хорошо, Арин. Попробуем по твоей тактике, по которой ты говоришь проходила. Убивают меня со слоумо. Но я сегодня должен пройти эту игру. Ох, нифига. Я даже не думал, что у меня так получится. А в смысле? А как так вышло вообще? Сколько она стоит в Стиме? А, игра это, по-моему, где-то почти 500 рублей, но по скидке, что-то ее видел, только скидки 33% продают, где-то рублей 300. Ну, короче, дорогая все равно, плюс еще на курс евро. Ну, долларов 10 со скидкой, я думаю. А так стандартная цена будет, ну, точнее, долларов, евро 15. Блин, я почему-то на Ctrl нажимаю. Какой Ctrl? Почему он меня убивает? На, зараза! Тут же все хорошо ж было. Кувырки делай час. Ну, я пытаюсь. Да, я ж хотел только кувырок сделать. Я вот делал кувырок, мать твою, и он не сделался. О, с качеством с 1080 мне нравится меньше, чем 720. А почему это? Вопрос. У вас сейчас смена качества появилась или что? Пусть подойдет. Тут тоже со слоумо. Да сука! Он мне в жопу стреляет! Не помогают эти кувырки сраные.
Не, в Steam у тебя рублики. Ну, значит, рублей 300 по скидке, а без скидки почти 500. Про слоумо забыл. Не люблю пикселизованные игры, да еще и когда виден как же пиксель. Ну, понимаю, понимаю. Я тоже не любитель пиксельных игр, но ничего против них не имею против. Проебал статуэтку, кстати. Слово. Вот, я... Сука! Ну, сука, меня этот убивает. Шестой блядский этаж. Есть! Как? Зря понадеялся на дымку. Арин, подскажи, пожалуйста, на каком этаже нужно дымовую шашку юзать? Сука! В Steam 4 евро? Так. Одну секунду, ребят. А чё это у меня интернет слетел с... Donation Alert? Погодите, ребят. Виджет перестал работать. Всё, теперь работает. Всё отлично, ребят. 8 вроде будет шашка. Ну, в смысле, не на 8, там мы вроде на 4 спустились или на 3. Так. Кувырки стараюсь делать, ребятки. Ой, 3. Когда будешь на 6, спрыгни ниже его. Ну хорошо, буду стараться спрыгивать все-таки. Не буду пытаться его одолеть. Нам просто, если помните, задание было, говорил, что, мол, никого нельзя оставлять в живых. Ну, сука! Вот! Как я могу ниже дробовика спрыгнуть, если этот меня станет? Я споднять не могу, я прогибаюсь против выстрела, и мне в спину заряжают дробовик. Еще раз. Ёбаная дрочь. Плохо. Васап. Шмау, добрый тебе вечер. Спасибо, что пришел на стрим. Добро пожаловать. С возвращением тебя. Мы тут пытаемся финал Катаны Зиро пройти. И что-то не получается. Что-то прям совсем не получается. Не тактично я делаю. Тут просто задрачивать нужно прям буквально каждое действие. Мать твою, еще и
заставляет меня делать минус уши всем зрителям, поэтому, если кто-то не хочет слушать, ребятки, избавьте сейчас на минимум громкость, или вообще выключите, потому что прямо сейчас я буду кричать «КОРОНАВИРУС!» Ну, как-то так. Простите меня, ребят, ну, такая награда. Я наушник выгнал вовремя. Шмал, ну, я предупредил. Боже мой, это было потно. Есть. Да ёлки-палки! Я так далеко прошел. Ой, зря. Ну вот. Все, сейчас попробую. Я хочу просто, чтобы эти максимально близко подошли друг к другу. Витя, стой. Я стою. Чем хочешь удивить? Надо будет купить на стриме поиграть. В смысле, а ты разве что, тоже стример? Три. Ребят, просто три. Я дальше так далеко не заходил. Спасибо за идею для стрима. Есть такое? А я вроде не помню, чтоб ты стримил. Вообще, сколько времени ты подписан? Спасибо за идею. Ну, зато хотя бы одна идея авторская моя, чтобы... К наградам. Хочешь, пожалуйста, заимствуй. Но она скоро потеряет актуальность, когда уйдет коронавирус-то. На время очень-очень стал редко подрубать. Это печально. 23 декабря. Ну ты прям совсем новичок. Смотришь 23 декабря? Так. Я хочу похожую игру. В смысле, так. Не проходи мимо 6, когда спрыгнул ниже, сразу его убивай. Ну вот, я сделал, ребятки. Все. Ребят, дальше пробуем. О, да. Что? Серьезно, пистолет? Так, я думаю, тут надо обойти. А можно запрыгнешь? Он наверх запрыгнет, нет вообще? А как запрыгивать наверх? Так, ладно, пробуем. Зафоловлен? Понял, принял. А стримить когда начал? Он не стреляет, ты кидаешь. Просто спам В. Понял. Серьезно? Вот так вот? Понял, принял. Блин, я только под конец игры узнал, как правильно залезать. Да. Я, конечно, тот еще затупок. Отлично. Зараза, дробовики. Так. Где-то с октября, может, раньше. Хорошо, буду иметь в виду. Коллега, нужно почаще подрубать. Я вон стримлю каждый день. Все умею отлично. Короче, были новости, что хотя бы досрочно завершить.
учебный год, но пока что это не точно. Есть такое предложение. А, у вас серьезно, Ксюша? У вас получается, типа, будет больше каникул? А вдруг учебу начнут раньше? Видимо, тут по-любому надо пистолет кидать. Раньше каждый день стримил, но по своим причинам не смог сохранить традицию. И что же случилось? Что же тебе помешало стать фулл-тайм стримером не в плане того, что, мол, чисто жить за счет стримов, а в том, чтобы стримить с постоянным расписанием, быть полноценным стримером? А, пистолет вообще, типа... Забавно. А, тут наоборот нужно снизу. Понял, принял. Видишь, что случилось? Лить бомбу для комнаты с бочками? Блин, я уже затупил. Что мне с ОГЭ сделают? Но это Ксюша говорила сугубо за свой колледж, понимаешь? Мне кажется, тут наоборот липучки нужны. Не говоря простым языком, не заморали вечное подавление. Ну, я не знаю, что послужило этому. Возможно, дело и не в стримах вовсе. Но не буду лезть в чужие дела. Ты серьезно? Так, зато у нас тут должен быть этот. Так, это весело. Затупил. Нет, не только за свой, это вообще по всем учреждениям. Блин, это было бы реально здорово. Да и не только в России, но и вообще, и в Украине тоже. С этим коронавирусом, черт подери. В смысле меня скинуло? А где пистолет? Пистолет нет, но удержитесь, да? Понял. Говорят, надо оставить на комнату с бочками. А может поменять типа их? Я не так хотел сделать, а как поменять их? Здорово, это пздец. Что случилось? Даже Twitch требует подтверждения через почту. Что именно подтверждение через почту? Ну, типа подтверждение аккаунта? Паш, добрый тебе вечерок. Проходим как раз твою катану. Добрый вечер, спасибо, что пришел на стрим. Добро пожаловать, с возвращением тебе. Повезло, потому что из-за карантина не отменили экзамены. В смысле, прям вообще отменили? Арина, это прям стопроцентная инфа? И что, тебе просто дадут аттестат с твоими итоговыми оценками и все? Паш, я не могу пройти твою дрочильню. А, входа АК? У тебя, кстати, смены качества нету. Я знаю, Паш. У меня нету, потому что стокгольмский этот сервак нагружен. Я еще раз выясню, на каком меньше пинка и на каком соединении, и буду на другие переключаться, чтобы смену качества давала. Но сейчас я просто уже запустил, и поэтому... В смысле? Паша, ты не знаешь похожие игры. Да, тут Арина тебе просит это
посоветовать игры, похожие на Катана Зиру. Она с легкостью игру за 4 часа прошла. А я и за 10 пройти не могу. Ужас. Так, какие людишки пришли? Да, Ксюша, это Паш к нам пришел. Так. Вроде на все ответил. А, пулемет не ликвидировал. Паш, так что оставайся со мной на стриме и подсказывай, как мне проходить, потому что, говорят, скоро концовка, прямо совсем скоро. Через буквально несколько уровней. А я головка от члена, я не могу пройти. Только там на хайпе заметил и прошел. Косикнул. Проходил же дальше, чем этот момент. Правда, для меня она медленная. Ну, Паша у нас вообще любитель хардкора, да. Ему нравятся игрушечки побыстрее. Паш, и коль ты здесь, я хочу у тебя официально при всех еще раз попросить прощения за то, что прохождение катаны заняло такое долгое время. Но ты прекрасно знаешь, почему я так долго проходил, поэтому извини меня, пожалуйста. Я не знаю, будешь ли ты еще желать пройти какие-нибудь игрушки, будешь ли ты еще заказывать или нет, но буквально завтра я начну проходить следующую игру, которая мне уже заказана по донатам. Так что, в принципе, сейчас можно заказывать игры, потому что они не будут отложены в долгий ящик. Ну, сами помните, что я не стримил из-за того, что у меня беда приключилась с блоком питания. Так. Это следующий босс, блин. Я этот не могу пройти, вот и что вы хотите? Да, сука! Ори, типа Ори Blind Forest. Да там, по-моему, много частей Ори. Он не пройдет за этот стрим. Паш, ну не надо, пожалуйста. Мне не верить. Прошлый уровень с этажами, которые я не мог пройти на прошлом стриме, я же прошел этажи. Сука. Вот почему, когда я кидаю в чертов щит, почему-то ломается пистолет, а когда кидаю в чела и его пули дырявит, это вообще пофиг. Сука. Ну, это... Я на этом уровне тоже долго страдал. Серьезно, Паш? То есть ты хочешь сказать, что я могу, в принципе, реально на очень долго тут застрять? Сука. Не вот с этими по-хорошему надо как-то разделаться. Да почему он за меня стреляет, сучка? У него босс-психолог? Я откуда знаю? Паш, ты спойлеришь? То есть ты хочешь сказать, что у меня может быть босс-психолог мой? Ну отлично, прекрасно, замечательно. Спасибо за спойлеры. О, я даже пистолет. То есть я могу разобраться с двумя. А, и вот, пожалуйста. На, сука, я накосячил в этот моменте. Ложные демини игры и вагонетка. Вагонетка я тоже застрял. Бля, ты очень маловероятно на него вышел. Окей, понял, принял. Спасибо все равно за спойлеры. Угу, Паш, я тебя очень люблю. На, сука, надо было прыгать. Ну, хоть на первом чублике я не подыхаю. Но зато подыхаю тут. Блин, ты неправильно отвечал у него.
Не знаю, скушаю за тебя кусочек пиццы. Паш, не дразни меня, я тоже пиццу хочу. А, кстати, я, по-моему, на стриме не рассказал в прошлом, мол, почему в Сушивок заблокировали... Почему нельзя заказать пиццу в Сушивоке моем? Потому что когда тестировали в Москве и Питере, очень много кто жаловался, говорили, Сушивок хуёво пиццу делают. Поэтому, увы, заказать еду мне нельзя. Паша, да как ты у нас это... шаришь за эту тему, ты можешь посмотреть в описании под стримом. Там у меня появилась картиночка кликабельная. Можно заказать мне донат едой. Минимальная сумма заказа 350 рублей, но с учетом того, что я выбрал, самое минимальное, это можно заказать, по-моему, 2 фунчозы и один морс. И в итоге самый минимальный заказ выйдет 425 рублей. Вот, так что посвятил, видишь, я теперь модненький, я как у всех остальных стримеров, а то там жируют в своей Москве и в Питере, им донатят едой, а я в Североморске тут голодаю. Ну вот, мне, короче, вот, тоже можно заказать едой, потому что подключили Сушивок, а Сушивок у меня в Североморске есть, так что вот как-то так. Конечно, приятно мне, что ты ешь за меня кусочек пиццы, но я бы сам не отказался от того, чтобы поесть что-нибудь. Тоже вкусненькая. С доставочек. Еще за змея было сложно было. Ну, за змея я, по-моему, проходил. Ведь когда взорвешь комнату, то беги. Беги куда? Типа, надо это сработает? Есть. Есть. Вот и бутылка. Есть. Изи, прошел. Блин, теперь эта комната, капец. Просто там, по-моему, можно сказать, только если ценник будет выше 600 рублей. Нет. У меня минимальный заказ 350 рублей. Но с учетом заказа, сколько я могу минимально из тех лотов, что выставил, плюс комиссия как раз на доставку, 425. Так что, если у кого-то есть денежка, кто хочет меня поддержать, если не материально, то хотя бы накормить, пожалуйста. 425 рублей я перечислил, это вроде 2 фунчозы и один морс, и можно заказать. Так, what the fuck? Следующий босс. Концовка будет печальная. Ну не надо спойлерить, тихо. Арина, замолчи. Не спойлери мне, пожалуйста. Пожалуйста. Так, он к двери подходит. О, нифига. Приколы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я понял, про кого, против кого нужна вот эта вот шмакодявка. Так. Я хотел в слоумо уйти. Есть. Есть. А, блин, да ты черт. Как к нему подобраться? Короче, насчет заказа едой я рассказал. Другого я тоже. Есть, отлично. Что у нас тут по этой? А, можно было подняться вот так. О, тут не пройти, видимо. А можешь фул пройти без слоумо? В смысле, сможешь фул пройти без слоумо? Что именно? Нет, не могу. Ну, как бы... Подходи к дверке. А, видимо, тут мне нужна будет шашка, да? Да в смысле? Я так далеко прошел, блядь. Ужас. Включают такие моменты, где обязательно. А я не знаю, какие моменты обязательные, а какие не обязательные. Поэтому нет.
Нам вентилятор не надо. Не надо, пожалуйста, спойлерить. Я уже не помню, что в начале за вентилятор был. И не надо про него напоминать. О. Зато я научился отбивать без слоумо. Як. Вентилятор в самом начале и уровень за змея. Паш! Ты мне заказывал игру для того, чтобы я ее прошел на стриме, а не для того, чтобы я ее проходил с каким-то определенным условием. Просто рассуждаю, понял, принял. Бля, дурак. Вот просто мудили. Так. Ну слушайте, эта комната гораздо более легкая, чем прошлые. Сучка эта, которая меня очень бесит. Подходи к двери, подходи, подходи. Да сука, ох ты, блядь. Слушайте, а мне что, мне вниз надо, что ли? Мне пути попробую низом. Да я уже видел, что оказывается есть внизу. Все, все, Паш, все, я не придираюсь к тебе. Все, я понял, что ты имел в виду. Зараза. Может, чисто only низ пройти, но при этом нужно все равно забрать домовуху. Ой, надо. Ну не настолько косячить, конечно. А что если типа совсем по низу пройти, да? Слушайте, а если прям совсем по низу? Слушайте, это возможно. Здесь без домовухи прошла, понял. Значит, попробуем реально по низу. А-а-а, пустился снизу третий черт. Точнее, сверху. Так, без затупов, пожалуйста. Почему я... Что-то я перестал реагировать на выстрелы. Вот. Отреагировал. Ну, не так, конечно. Короче, хотел тебя, кстати, Паш, просто спросить. Вот, как тебе задумка донатов едой, в принципе, как таковая? А почему мне пишут, что перезагрузите виджет? А не, все нормально. Что-то, короче, какие-то проблемы у Donation Alerts. Так. Такое себе? Ну, не знаю. Мне наоборот. Кажется, это классная задумка. И стримера покормил, и неожиданно. Короче, ясно. Байт не удался. Паша мне не задонатит. Покушать. А, вот взрывчатка там есть, оказывается. То есть последний уровень вообще очень вариативно можно пройти. Максимально вариативно. Тут ко мне подойдут эти черти. А, вот тут вот пониже есть, да? А вот тут взрывчатку надо. Я сказал взрывчатку.
Так, теперь главное не накосячить с взрывчаткой. И времени еще целая куча. Отлично. Подходи, подходи, родненький, подходи. Косихнул. Ой, сейчас камни поднимутся. Блять, ебло тупое. Простите, ребят. Так молот его тоже сойдет? Окей. Сойдет, так сойдет. Не знаю, мне кажется, взрывчатка, она просто понадежнее будет. Что, не грузит стрим? Ай, блин, отвлекся на чат и все. Так, во время прохождения конкретного уровня на чат не отвлекаться. Косикнул за дверью. Ну, то есть, мне все равно нужно их всех убить. Это и в прошлом уровне можно было оставить турель рабочий. Главное, не спеши. Поспешил. А, блин, надо было эту юзать. Чё я затупил так? Блин, иногда я очень спешу, а иногда просто такие затупы у меня идут. Я просто такая вижу, летит на меня пуля, я такой... Блин, я просто пока убиваю, я успеваю своего самурая потерять. Давай-давай, родненький, иди сюда. Молотов, говоришь, тоже работает? Ай, бляха, муха. И зрите, их целых три тут. Так, тут два. Они смотрят не в ту сторону. Есть. Вот оно как, да, значит. Ну, я думаю, тут можно. Мне главное, времени должно хватить. Есть. Наконец-то, ребят! О! У тебя руки натренированные на чем? На дрочке? Стример идиот. О, ты здесь. Я очень надеялась, что мы закончим наш танец. Будет весело. Что это такое? Понял. А как мне? А как мне против нее? Здрасте. Ты же уже сражался с ней, разве? Ах ты сука! Ах ты сука! А тут? Так, подожди.
Два переката. Ядрите на... Ядрите, что за шлюха? А тут как? Алло? Алло, no! А тут как? Алло? Минус жопа скоро будет. Так не надо. Ты подкати неуязвим, лови тайминги. Да блин. Иван, добрый тебе вечерок. Спасибо, что пришел на стрим. Добро пожаловать, с возвращенцем тебя. Да ёбана бобана. Эти серверные, мать твою. На, сука! А, сука! Давай, давай. Не, мне ж бесит, что этот момент надо переигрывать. Так. Минус жопа. Так, какой-то платформер. Хардкорный платформер, мать твою. Катана Зиру. Пытаюсь пройти, ребят. Так, Витя выше. Босс, прыжок и кувырок. Ну, нет, у меня работает два кувырка. В смысле, она заработала? В смысле, ахах. Ну почти, о, можно поприкалываться. Не, нифига. Твари. Хардкорный платформер я бы не советовал для стримов. Он раз заказали, надо выполнять. Да, у нас Паша любитель извращений. А вот теперь кувырок, прыжок сработал, но не до такой степени. Да сука! Чё за шлюха? Я по-другому же её дамажил. В смысле, он же изи. В смысле, изи, я не могу пройти. Я ее бабошка. Есть. Тут я уже сам затупил. Игра нормальная, но не для стримера. Ну, есть такое. А я не говорю, что игра плохая. Я убрал палец шифта. Тут, когда она тут вылезает, что мне с ней делать? Или мне просто на ту сторону надо? Блять, ты серьезно? А она все равно из другого прохода выходит. А тут мне как с ней справляться? Как? Видите, попадай в нее, и она не будет делать сальто. В смысле попадать в нее? Так я же вроде попадал. Чисто реакция и микроконтроль. Ох, это не такое. А вы капхэт-то пробовали? Вот это хардкор, я думаю. Я знаю, она у меня куплена. Я надеюсь, что мне ее еще не скоро закажут. Я не хочу проходить капхэт. Я потом когда-нибудь пройду ее.
тут что за прикол был? Как мне пройти эту шлюху? Конченую, блин. Ну, отлично! Блин, надо было кувырок делать. Вот когда она начинает прыгать, это пиздец. То есть, по-хорошему, по ней надо два попадания делать. Я на изи прошла, а я на изи пососал. Проверяй. Так, забудь ты про прыжки. Хорошо, забуду. Играл я видеороликов на стилизацию нихрененной. Да, мультфильмы как будто Волта Диснея 30-х годов. Все, так, про прыжки забыл. Он сам прыгает, кстати. Да ёбаный ты стыд. Тут слоумо надо. Держи прицел ниже, понял. Подержал, проверяй. Я вообще даже пальцы убрал. Тебе надо выучить, что когда появляется. Да, у меня получится. У меня все получится, Виктор. Ага. Ну если... Я не туда, что ли, удар делал? О, дурак. Простите меня, ребятки. Финальный босс, мать твою! Я не в ту сторону, я не передвинул прицел, а просто нажал удар. Почему я прыжок сделал? Сука, ёбаный стан! Ёбаная ж... У меня аж игра свернулась, простите, ребят. Сгорела. А, найс, отпрыгиваешь, тварюка. А почему я ударил, он не сдох? Идиот. О, он начала прыгать, шлюха. Опять прыгнул. Да не прыгаю я. Он сам прыгает, я даже на W не нажимаю. Почему он сам прыгает? Тут ты забыл завязать слоумо. Ну, сука! Вот как, блядь? Ёбаные щитоносцы, блядь! Я делаю кувырок, он мне его станет!
Я забыл сделать перекат! Я хотел сделать перекат! Так далеко зашел. А до этой надо добраться еще, тварюка. Тебе легко говорить. Добрый вечер. Не бей в щит, за спину перекатись и бей в спину. Пытаюсь я это сделать, почему-то не проходит. Попробуем еще раз. А. Тут. Сейчас, еще разок. Блин, у меня рефлект такой, что я типа не могу не ударить. Ведь хочешь прикол, это что? Так, не надо, пожалуйста, мне спойлерить. И уж тем более дезморалить. Люблю расслабон, мини-сруфт, например, почилить. О, мини-сруфт. Мини-сруфт, это моя жизнь. Мини-сруфт. Тварюка ебучая. О! Я должен был просто прыгнуть? Вот это подстава. Жить сейчас в МВС НВ-2005 катаю, дум параллельно. Ты бы прошел, если прыгнул? Блин. Не, я теперь знаю, как это проходить. Я теперь знаю, как это проходить. Да почти. Что, без своих подсосов сделать не можешь ничего? Тут накосячил. Не-не, сейчас я пройду. А тут? Сейчас попробуем. Не попробуем. Тот косячный затупок. Он делает автоматически небольшой прыжок, когда удар делает. Так, тут замешкался. Блин, он берет и откидывает меня от того чела. А мне нужно к тому проходу. Так, тут косяк. Что? Что это было сейчас? Ужас. Он нисколько... Да, он типа просчитывает варианты, как будто бы, и... Посекнул! Какая сука!
Я уже терпеть эту музыкальную тему не могу. О, фига я, оказывается, против нее и так еще можно. Пробуем. Я хотел сделать перекат, ну ебучий случай. Тут косякнул. Да как я ж тебя ударил, тварь? На. Надо к ней не подходить, когда я ее отбиваю. Ай, суть, сука. Не туда опять прицел навел. У меня так руки вспотели, ребят, это ужас какой-то. Ну вот почему! Я знаю, что такие игры не для меня. Не нужно сходить в туалет, а то вдруг уходить Витя затащит. Ха-ха. Не, можешь спокойно в туалет идти. Я тут, видимо, надолго застряну еще. Ну вот, сука, почему ты сразу разворачиваешься, я по тебе ударить не успеваю? Такое ощущение, как будто этот момент вообще нужно замедлять. Подсекнул. У меня кончил... Сука! У меня кончилось... замедление. И тут мне его уже не хватает. Не хочешь сыграть в Dreadful 2? Рисовать качать надо, и под нему еще ставить этот, как его, русификатор. Я думаю, на следующий джекбокс будет рисовать. Ну, значит, это будет в субботу, то бишь послезавтра. Паш, я и так играю ведь в джекбоксы. А эти, понимаете, я нажал W. Я нажал. А он не прыгнул.
Тут проблемы уже начались. Понял, принял. Короче, Паш, в субботу нарисовать придешь и на джекбоксы. Ну почему? Игра не то, что видео обижает, это просто пиздец какой-то. Паровозик началось, а то их не было. Вот! Почему? Почему я хуярю ему в спину, а он сразу разворачивается и станет меня? Стан, блядь, ебаный! Конченая игра. Calm down. Какой calm down? Я не могу успокоиться. Так! Я не там, но я не атаковал его. Я сейчас по ней мог спокойно хуярить. Почему она меня пушкой своей поджарила? Охлади свою задницу, ага. Охлади свое траханье, углепластик. Блять, уже накосячил. Я вижу, вот она. Почему он в другую сторону ударил? Прицел был на ней. В этой игре, чем больше горишь, тем больше умираешь. Постараюсь успокоиться, у меня руки все вспотели. Смотри, с кем вдруг она заполетает. Сразу поняла, что надо прыгать или пришлось переигрывать. Ты знаете, интересно, я ни разу не прошел сложный уровень горячей S. Все. Стараемся реально охладить свое траханье. Уебаны. Просто уебаны, которые на меня стан накладывают. Субтитры. Братишка обосрался немножко. Вот, спокойнее. Ксюша, любимая, огромное тебе спасибо за донатик, за 25 рублей. Частичка, здоровочка на долгие лета, вот тебе мое сердечко. Спасибо. А у меня, кстати, это... не показался донат твой именно в списке событий. И еще он не проигрывается. А, еще у меня не открывается Donation Alerts конкретно. Ксюш, какие-то проблемы с Donation Alerts, у меня не открываются вкладки. Что-то музычка не играет. Я ее включу сразу же, как только заработает, хорошо? Я не знаю, почему она не работает. Ксюш, еще раз спасибо тебе за донатик. Счастечка, здоровочка на долгие лета, вот тебе мое сердечко. Спасибо большое за поддержку. Так. Сейчас мы все сделаем. Почему? Так, все, успокоился, Витя, успокойся. Сейчас мы все пройдем. Херню сделал. Тут слоумо просто нужен. Посихнул! Ура! Похоже, лучше прекратить прохождение, потом оставить. Не-не-не-не, я пройду сегодня. Ребят, мне просто в конце надо прыгнуть, и все.
конце прыгнуть и все. Сейчас отдрачу этот момент. Почему? Почему он в другую сторону прыгнул? Чертов курсор. Он тебя настигнул, прыгни и зависни. Бог ты мой. Ядрить, что ты, Паша, заказал? Ты вот такое у нас захотел? Так, ребятки, это надо, короче, сейчас такую фигню сделать. Небольшой перерыв, кстати, на то, чтобы отдохнуть. Одну секунду, ребят. Мы сейчас сделаем вот так вот. Ща, ребятки. Ща контент будет. Ща будет контент. Погодите. Окей, let's go, на прививку первый класс. Вы слыхали? Это нас. Я прививки не боюсь, если надо уколюсь. Ну подумаешь, укол. Укололи и пошел. Бум-бум, ту-ту-ту, укололи и пошел. Это только трус боится на укол идти к врачу. Лично я прививаю шприца, улыбаюсь и шучу. Я вхожу одним из первых в медицинский кабинет. У меня остальные нервы или вовсе нервов нет. Если только то бы знал бы, что билеты на футбол я охотно променял бы на добавочный укол. На прививку первый класс, вы слыхали, это нас, да. Почему я стал стенки, у меня даже коленки, брю. Как вам такие мувы? Как вам дэнс-рэп про коронавирус? Ой, как-то так, ребятки. Ай, надеюсь, это было не так уж кринжово. Вот такой, короче, у нас дэнс-рэп про коронавирус. Сейчас будет клип, жду. Ребят, чё, как вам контент? Зашёл, чини. Так, это я чё, поцарапал? Не, нифига. Не, всё норм. Это было весело. Взбодрились, проснулись, улыбнулись, к игре вернулись. Не очень? Ну, бля. Да не, мне кажется, прикольно было. Финальный босс, мать твою, шлюха, иди нахуй. Ядрит, никто не оценил мой шикарный танец про коронавирус. Молодец. 3, 2, 1. Ты гамма, да? Как 15-й. Так ты тоже из ноль? Я думала, из ноль остались только мы с 15-м. Алихасим заказывал мне людей и расплачивался Хроносом. Ты за ним пришел, да? За Хроносом? Здесь его нет. Не знаю, где Алихасим его хранил, но явно не здесь. Его в принципе почти не осталось. На нас обоих точно не хватит.
Я здесь не ради Хроноса. Что? Ну тогда зачем? Здесь нет ничего интересного, ничего. Столько крови, столько боли, и все зря, разве что... Тебе нравится, да? Убивать. Бессмертие, которое подарил нам Хронос, власть над временем. Смерть перестала трогать нас, потому что после нее мы всегда возвращаемся. Мы можем прикоснуться к настоящей жизни лишь тогда, когда лишаем ее кого-то. Отбой может продолжаться вечно, кто-то должен сдаться. Наша битва происходит у нас в головах, разум сражается с разумом. Каждый раз, когда ты убиваешь меня, я немного лучше понимаю, как убить тебя. После твоей смерти я бью тех, кто превратил нас в это. Клянусь, твоя гибель не будет напрасной. Они будут умолять добить их. Нам не обязательно драться. Нам не хватит Хроноса, блять. Мы не сможем работать вместе, даже если захотим. Я не хочу, чтобы все вот так закончилось, но... Разве у нас есть выбор? Возможно, в твоей крови еще достаточно Хроноса. Возможно, меня отпустит. Так, тут забавно. Ну уже, сдавайся. Мы можем сражаться вечно. В смысле, блять? Да шлюха, а как мне тут ее одолеть? Ёба, я прошел. Эпилепсия просто взяла тебя и все, дурку вызвала. Так, я кое-что уже сделал, ну ладно, зря только клип открывал. Да не, все равно сделай, посмотрим, у кого какой лучший вариант появился, как так. Вернулся, ты отпиздил пост-кросс, ну почти, у меня тут прям финальная-финальная миссия, они... Какой матершинник, простите, у меня бомбануло просто. Сломай турели, пулемет ударь, понял, все. Скорее всего, это затянется еще на час? Не, нифига. А с этой шлюхой что делать? А как мне до нее добраться-то? Подпрыгни и ударь. Я не дотягиваюсь до нее по высоте. А, не, дотягиваюсь. Как мне вот эту крутилку заевейдить? Перекат? А, понял, перекат, понял. Во время переката я неуязвим. Блин, она меня притягивает. Все, я понял. Спасибо за подсказку про перекат. В смысле, она учится на моих ошибках или что? Зря я подбежал. А тут, блять! Это сотый раз, когда ты делаешь одну и ту же ошибку. Меня не перехитрить, ты обречен проиграть. Паш, она учится на моих ошибках или что?
А тут как? Мне вот в этот угол надо, что ли, или что? Походу на фильм или мультик я уже не останусь. Печально, Ксюш. Ну ты и так говорил, что ты хочешь посмотреть всего полчасика. Меч! Она меч свой потеряет. Твои крови есть Хронос. С ним я протяну еще пару дней. Блять. Для атаки и выйдет с перекатом. Ты подобрал меч, кинул в нее. Победа? Серьезно? Я сейчас попробую. Это так же легко, нужно отточить, как я прошлый раунд сделал. Сейчас, будет фильм или мультик? Я решу, что буду сам смотреть. Так, неужели как во время разумного время может читать чат? Как в смысле легко? Блять. Сейчас. Я почти дотянул. Неважно, ей всегда наносить дамаг. А, тут она немножечко тактику меняет свою. Еще и стрим начал лагать и зависать. Ксюш, я не знаю почему, кстати. Ну, возможно, у тебя просто на твою сеть стала нагрузка выше. Блин, а я нечаянно. Я тут затупил. Так был близок, so close. Не, все точно. Главное, чтобы все шло по одному сценарию. Ну или примерно по одному сценарию. Ну, почти. Сейчас. Наконец-то, шлюха. Убей! Убей тех, кто превратил нас в это! Отомсти за меня! Доступ запрещен. Требуется сканирование сетчатки. Адеглас. Открыть дверь. Так, сейчас прочту чатик. Игры полезные, развивают реакцию.
Вы смотрите, видите, конец играть нравится. Ну, более-менее, второй раз был в шаге от Вина. Это победа. И нет, это было непросто, ребят. Это было очень непросто. Открыть дверь, да. Неужели тут все-таки будет Хронос? Кто это? Это штырит. Убей ребенка. Ребят, вы что, я не буду ребенка убивать. В чем прикол? Или буду? А, это глюки. Убей ребенка, да я же говорю, бля. Да мы победили, если б не эти хиппи заебучие из первого. Обнылись, нахуй детишек убиваем. А, это меня штырит. Я думал, тут реально что-то хрень какая-то. Это я приходил, и тогда я убивал. Одумался. И тут кого-то хранили в заложниках, видимо. Ты куда? Смерть цели не подтверждена. Какого хера ты делаешь? Ты вообще понимаешь, что ты наделал? Я весь день до дочери дозвониться не могу. Телефон мне больше не понадобится. Я все ему объясню, меня никто не тронет, я ни в чем не виноват. Ты мне солгал. Нет, все, мне пора уходить. У меня мало времени, мне нужно идти. Ты знал, что это случилось на самом деле? Что? Ты что, блядь, несешь? Почему я не помню своего прошлого? Пошел нахуй отсюда, ебучий поехавший торчок. Ты что делаешь? Тебя ломка, не подходи. Ты, я столько для тебя сделал. Остановись, так нельзя, придурок. Я дам тебе много Хроноса, сколько захочешь, только отпусти меня. Умоляю. Человеческий мусор. Он ему голову размозжил. За все то, что они с ним сделали. Он остановиться не может. Просто месит его голову. Он сейчас от ломки сдохнет. Хронос вколол. Все-таки есть он. Ой-ой-ой, ты что, дурак? Ты сейчас передоз себе сделаешь. Нахрена ты третью колешь, мудила? Ох. Он сейчас сдохнет от передоза. У него сейчас овердрайв пойдет. Сейчас выкинется нахер. Обыскать тело? Да. Вы подобрали правительственную ключ-карту. Обыскать портфель? Да. Доставка Хроноса, 3:30, каждую среду звонить, 286 раз, лаборатория проработки спецвооружения. Он там делает Хронос. Десидас ей есть. Это что, еще? Овердрайв, хамон! Объект 0. Нам нас заказали. Возраст 120. Тьфу ты, что? Ребят, объект 0. Возраст 22 года. Мне 22 года. Рост 177 сантиметров. У меня рост 177 сантиметров. Цвет глаз карий. Я? У меня тоже цвет глаз карий. Меня заказали, чат. Чат, меня заказали.
Че от меня заказали? Твою мать! Номер 00. После успешного выполнения задания отправить код. Объект 0. Сотрудник 0. Крыло гамма. Опытный правительственный агент. Возможен наем третьим лицам. Ликвидировать в случае появления сомнений в деятельности организации или обнаружения данных о Хроносе. Нас в итоге убить должны были. Правительственная ключ карта, лаборатория с Хроносом. Устранить, если мы начнем узнавать правду. Замечательно. Ты что, помнишь свой рост? Так, в смысле, если он, начиная с колледжа, не меняется, и в армике точно такой же был, я только потом уменьшаться буду, и то, наверное, лет после 40. Тика североморская тубиписта. Витя употребляет Хронос. Осуждаю, осуждаю. F-чат. Хомбус, добрый тебе вечерок. Спасибо, что пришел на стрим. Добро пожаловать. С возвращением тебя. Вернуться домой. Ну, по идее, девчонку же не должны убить. Она нас там ждет дома. Нам идти домой или нет? Дома нас по-любому ждут. Где девчонка? Девчонки вернутся, чтобы спасти ее? А, черт. У меня нет выбора? Серьезно, я могу разве не возвращаться домой? Не могу. И кто мне за квартиру заплатит? Неужели... тьфу ты. Позвольте мне спросить. Мэм, здесь было совершено преступление. Нет, нет, нет. Мы не нашли его родственников. Так что можете оставить в квартире все, что найдете. В квартире себе. В смысле? Ну ладно. А это кто? Жилец из квартиры со сломанной дверью? Ко мне в квартиру кто-то забрался. Ага. И к соседу тоже. Убили его. Ну, если б не так, то от передоза. Мужик торчал плотно. Да вы проходите. Твою мать, всю хату вынесли. А где моя маленькая девочка? Где мое солнце? Не... Надеюсь, под диваном? Или где? Что это? Жизнь за жизнь. Где девочка? Вы что, стоимость двери из залога? Где его дочь? Где его дочь? Дочь? Сюда нельзя с детьми. Я всех жильцов предупреждаю. А этот вообще бобылем жил. Оказывается, Витя заказали. Жизнь за Нерзула? Дети в третьем районе? Уж, конечно. Не было у него детей. Обычный наркоман-холостяк, осуждаю. Банчил себе потихоньку. Гражданин, пройдемте, пожалуйста. У нас есть вопросы. Я никуда не пойду. Встаньте на колени и держите руки так, чтобы я их видел. Живо. Давайте, если никто не пострадает. Он улизнул. Центральная, это Ховас. А, это Ховас. Код 452. Дом 298. Мужчина среднего телохождения, одет в халат, при себе самурайский меч. А, теперь нас будут искать. Рэмди, он под ориентировку подходит. Ох уж этот Рэнди. Неужто он? 7 лет назад. Наше детство. По идее, это нам должно быть 15. Прячь скорее. Уже что? И нас, по идее, найдут, да? Нет. Не нашли, но спалили по игрушке. Говорит, ноль ценит резин. Это ноль, цель выполнена. Ноль, порядковый номер ноль. Устройство деактивировано. Принято, ноль. 15-й, приказываю возвращаться.
Если кто-нибудь вас заметит, действуйте по протоколу. Это все-таки были мы, да? Мы же ноль, да? А 15-й? Девочка с косой? Славя, что ли? Или это та самая, которую мы убили, что ли? А что за девочка? А почему деревни горят? Что происходит? Какого хрена здесь Славя? И она в этом проекте, чё? А, это змеи, точно, я забыл, что она с косой. Катана Зеро. Ты рофлишь? Я забыл! Паш, я забыл, что мы воевали со змеями, что она как Славя выглядит. И что, на стриме бесконечное лето проходил? Еще нет. Остался DLC? В смысле DLC? Какой DLC? Какое DLC? Паша! Чё началось? Какое DLC? Да, музыка и правда грустная. Ведь просто в славе головного мозга есть. Такое отрицать не буду. А это кто? Ви мертв. Выживший из нуль, сэр. Гамма 15. Принято. Тогда, я полагаю, пришла пора перейти к конфронтации с правительством. То есть эта команда особого назначения пошла против правительства, и в итоге началась вот это вот все. Зайди в выбор уровней, ты серьезно, блять? Вы серьезно? Еще DLC, DLC длинное, короткое, короткое, длинное. Паш, вот из сказки молодец, а кто слушал, тому конец. Ай, боже мой. Ребят, ну вы серьезно? Кого-то там в туалете зарезала. Змей. Скобочка Славя. Так значит, это что получается? Когда командование вот этой вот особой группы поняли, что у Хроноса побочные эффекты и все эти подопытные психопаты. Ты только глянь, как она дергается. Трагедия. И сколь бесценный друг комедия. О горе ей. Ей уготована мучительная смерть. Только давай позабавимся. DLC спасти девочку? Открыть правительственную лабораторию, режим прохождения на скорости, сложный режим. А, есть еще сложный режим. Правительственное это как раз... Правительственная лаборатория, да? Короче. И, короче, как только они поняли, что они бесконтрольные, в итоге создали вот это вот прикрытие, что, мол, с психологом, и через самого главного, самого лучшего вот этого вот агента Ноль, то бишь нашего главного героя, убивать всех, кто связан с Хроносом, его создателей, правительство, кто был не за них, самих подопытных с порядковыми номерами. Ну и, соответственно, все раскрылось. Вы даже так хотите, да? DLC пока не вышел, я рофлю. Блин, правительственный бункер, я так не хочу его проходить. Паш, мне его пройти нужно, да? Так, а тем временем мне заказали награду погреметь ведром, ребятки. Погреметь ведром, говорите, да? Сейчас. Погреметь ведром, говорите, да? Бог ты мой, ясненько, понятненько. Эй, сука!
Мне что еще проходить? Еще один уровень, да, блядь? Да, да, тебе проходить уровень еще один, только, пожалуйста, наебай меня! Ну вот, сволочь! Бесит меня эта коза на тебе рук, как ты сам! Нечто говно из жопы просто под столом сидишь, там пищишь! У, сука, перееву тебе! Все. Успокоились. Нервы все свои это. Выдохнул. Я как это. Как чай выпил. Так удаляя жажду. Чувствую себя человеком. Соседи милицию вызвали. Да-да-да. А, не надо, идите писец. Так, все, ребят. Все, ребят, давайте буду играть. Правительственный бункер. Надеюсь, я его пройду. А если не пройду... Давайте таймер, смотрите, минут 43. Если я уровень не пройду за 15 минут, я заканчиваю. Прошу прощения. Ну шо, Арина, как вам? Угомонили нечто? Успокоились? Все. Так, правительственный бункер. Бедные дети под столом, ты хоть их кормишь? Там не дети, там нечто. Говно сидит под столом. Тебе пароль надо угадать, Будзеров? В смысле пароль? Так, Паш, напишешь мне пароль вместе с Ариной. Карт. Так, тут делают Хронос. Здорово, без спойлеров. В смысле? Я не буду угадывать пароль. Скажите мне пароль. Закрыто. Вернусь через пару месяцев. В смысле? А, это типа DLC, что ли? Вернусь через пару месяцев. А как мне здесь пройти? Не понял прикола. Ладно, всем пока, мне спать. Пора завтра рано вставать, понял. Дэн, ну мы по сути игру прошли, так что давай. Спасибо, что смотрел, доброй тебе ночки. Блин, у меня, кстати, одна отписка из-за того, что я кричал и гремел ведром. Какого черта? Кто от меня отписался? Это весь левел? В смысле, это типа музей, что ли, или что? А, закрыто вернись через пару месяцев, это что такое? А, там мечи бонусные, все? А как мне их открыть тогда? Хотя какая разница, если все, игра окончена? Их надо получать разными способами. Назад не иди. Ну, я и не пошел. Все. Получается, игру прошли, ребят. А, так, ребятки, никуда не расходимся. Сейчас я перезапущу стрим с другим названием. Посмотрим, может быть, сначала что-нибудь на ютубчике, а потом пойдем смотреть какой-нибудь фильм, мультик. Надеюсь, еще дадут качество. Так что, ребят, никуда не расходимся. Всем огромное спасибо за то, что смотрели. Еще нужно будет донатик включить, чтобы он заиграл. А пусть, кстати, в конце этого стрима и заиграет он. Это да. Сейчас только нужно авторизоваться. Надеюсь, меня пустят. Это Donation Alerts. Что-то не пускает. Не знаю. Ну что, перепрохождений на хардкоре на скорость не будет? Паш! Никаких перепрохождений! Я чуть не сдох, пока эту игру проходил. Все, расходимся, это конец стрима. Хомбус, не расходимся, я тебе же сказал. Сейчас перезапущу стрим, просто другой он будет. А с проходником закончилось. Что смотреть будем? Я что-нибудь придумал, что-нибудь интересненькое. Вот, а тем временем как раз музычку включить. Сейчас, только что-то у меня не открывается вкладочка с последними сообщениями. Вот, все. В смысле тайм-аут? Сейчас, ребятки, я починю, а тут что-то через задницу работает как-то. А, во, все. Включаю музычку. Ксюш, я, если ты тут, надеюсь, я включаю. И клип с Яоем. Ясно, Ксюш, спасибо. В клип, конечно, отображаться не будет, но будет музычка просто играть. Ой, бог ты мой. А я думал, близость со мной вызывает у тебя приступ тошноты. Только 20 секунд играет. Все.
Я пошел Дунчанский. Ну куда вы расходитесь, ребят? Ну, ладно, ребят. Все. Огромное вам спасибо, ребята, за то, что смотрели. Ксюша, огромная благодарность за донатик, за поддержку моральную, материальную. Это была Катана Зиру. Прекрасный был проходняк. Спасибо большое Паше за заказанную игру. А я буду, ребятки, с вами заканчивать. Скоро вернусь. С вами был Сын Клопи. Всех люблю, всем любви. I'm still alive. Scavenger. Я тащусь от этой анаконды. Пуританка, дикая, как джунгля. Сердце мучим, барбекю на кругах. Так опасно для всего фанонда. Я согласен, моя девочка. Бум. Моя девочка. Бум. Чем фантастика, хулиганка, каждый вечер с праздником ждет момента, слова жгут, как паприка, интеллигента и соплика. И серьезно, наплевать на критику, без любви, но максимум романтики. Если рядом, я солидней бомба, туса в курсе, моя девочка, бомба. Плод мой опечатан, я срываю пломбу. Поверь, не каждый рискнет обезоружить бомбу. Она танцует со мной, облизывая пальцы. Ей интересно проверить на прочность моей. Королева ночей, в этом мире тени. Либо станешь моей, либо будешь ничей. Цвет этих очей, взгляд из-под бровей. Любит ты горячей. Бомба, бомба, бомба. Моя девочка, бомба.